Мы их заманим, мы их маним, маним красными труселями, блин, а он как привидение бегает. Сань, ну вот как вот, ну я не понимаю. А ты прикинь, ребенок вот такого увидит. Да ладно, блядь, ребенки, сейчас ребенки такие, тебя сами напугают. Что, горит? Ну, желательно одну, потому что оно точно наверняка. Переворачивайте сразу, чтобы подольше, ну, горело. Сразу. Не, подожди. Все, уже поджег. Переворачивай. Три, на счет три. Технология шашлыков, это надо подольше подержать. Нормально. Оп, сейчас попробуем. Все, главное, отпускайте сразу, не надо там долго держать. Чтобы она точно наполнилась. Все, не, она сама, вы почувствуете. Все, она, видишь, не, все, все, отпускай. Петя, загадывай. Сейчас загадываю. Петру, что? Не-не, она же в прошлый раз, когда мы отпустили в последний момент, она же не летала. Хорош там загадывать, бред всякий, давай. Одно и думай о нем. Ты, Петя, думай о нем. Я тебе скажу, живешь в этом мире, живи по его законам. Не слушай Лешу, думай о нем, это Леха такой, знаешь, как маленький демон, который, знаешь, а кто-то ангел. Все, отпускай, все, отпускай. Не, ничего не отпускаем. Я говорю, отпускай. Он не взлетит. Я считаю, что уже взлетает. Леша, будет твое желание, будет твое сердечко. Я считаю, что я в этом мире могу сам себе все забрать. И зубами, и там, чего угодно. Мне не нужны никакие там сердца. Сердечко. Сам их грызу как. Пускайте, ну что вы держите, он уже улетел. Не, он еще должен. Леша, это не твое сердечко, успокойся. Я считаю, что все сердца мои. Я считаю, что твои. Все, отпускай, Лалвар, отпускай. Не, отпускай. Да он сам почувствует, когда он будет. Дам лежу. Отпускайте, ну что вы держите, он уже давно улетел. Не, погоди, погоди, он должен сам попроситься. Он должен сам попроситься. Он еще, да, это не наполнился. Говорит, отпускайте, уже все, улетает. Он не улетит, он упадет в воду. Отпускайте, говорю. Сгорит. Блин, что за люди? Хватит сосаться, я говорю, отпускайте сердце. Ну вы попробуйте, если он вверх чуть-чуть, это как уйдет, значит, ему, значит вверх пойдет. Да не, он сейчас горит, елки-палки. Давай, Петросян. Пить, пить, давай, давай, давай. Горящее сердце мы еще не видели, давай. Давай повыше поднимем. Я говорю, говорю, говорю. Дети его, ёпта, ну что вы делаете? Ты, блядь, диверсант, ёпта. Все, уже картон сгорел весь. Да ничего, пусть хотя бы. Лёха, отпусти, ну, я тебе говорю. Да, Лёха, ну подожди. Да он падает, видишь, я удержу, он даже. Потому что понятно. Слушайте, ты о такой? Дурацкий ты. Все, все, мне кажется, летит уже. Отпускайте, да, говорю, да, отпускай. Да, нафига он падает, смотри. Где же еще? Лалвар, видишь, твое просто... сердце как-то... Мне кажется, он сейчас прогорит и никуда не полетит. Мы уже передержали, да? Ты что загадал-то, я никак не понимаю. Что загадал-то? Оно не хочет лететь. Ты что, такой тяжелый? Давай что-нибудь попроще, блин. Ну да, не 10 телок не надо, хотя бы 3. Трех. Все, 3-4. 2 сегодня, остальные потом. Все, все, 3. Лёха, отпускай. Нет, за низ держи, он поднимает. Лалвар, 3 блондинов. 3 блондинов. Полетел, давай! Блядь, 2 надо было. Переборщил Артурик, да? В следующий раз салютку, блядь! Бежать надо было, блядь, конечно. Пусть я что-то прям. Лалвар, я тебе говорил, здесь много. Отпускай, отпускай.